кажется, что дорога до Дивногорска – это сложный серпантин, но мне кажется, я могу проехать с закрытыми глазами. Дивногорск – совсем маленький городок недалеко от Красноярска. Но жизнь здесь сильно отличается от столицы края. Все местные жители почти соседи, знают друг друга и дружат. Вон корабль! Да-да-да! Сюда я с детьми приезжаю каждые выходные. Это уже привычка, традиция. Здесь живут моя мама, тетя, двоюродный брат. Зимой мы вместе катаемся на лыжах, а летом ездим на дачу и просто гуляем по красивой набережной. Я очень горжусь своей дочкой. И как она все успевает. Теперь смотрим ее с экрана телевизора на нашем любимом телеканале «Енисей». И когда улыбается Настя, мне кажется, что она улыбается только для меня. Я знаю обо всем, что происходит в моем родном городе. И я рада, что работаю на краевом канале. Мои родные теперь видят меня не только по выходным, но и в будние дни, когда включают «Енисей». Дивногорск – мой родной город. Здесь я чувствую себя счастливой.